Re, viss ēters ir te. Мы не работаем в своей узкой отрасли, а сотрудничаем в принятии решений. Так работу министров своего правительства сегодня описал премьер-министр Кришин Искаринч. Его кабинету уже исполнилось 100 дней. Следующий важный шаг по плану работы над бюджетом 2020 года. Уже в этот четверг мы соберемся на первый семинар по бюджету 2020 года и ближайшие три года. С представителями партий, которые создали правительство, нам надо договориться об общем плане инвестиций и приоритетах, а потом разделить его по годам. Это нелегкий процесс. Но я хочу, чтобы в этом году мы обсудили все, что будем делать в ближайшие три года, чтобы в 2021 и 2022 году мы только корректировали какие-то детали. Сегодня правительство также утвердило новый план действий на ближайшие годы. Среди приоритетов кабинета министров Каринча – привлечение инвестиций, приведение в порядок финансовой системы страны, ликвидация компонента обязательной закупки, административно-территориальная реформа, а также изменения и улучшения системы образования и здравоохранения.